Сегодня поиграем в игрушку в окопе. Твою ж, блин, какие девочки. Блин, я бы тоже хотел бы оказаться на войне в окопе. Если бы со мной, меня бы окружали вот такие девушки. Жесть, конечно. Особенно посередине мне нравится. Так, принять сообщение. Хорошо. Твою ж мать. Прикольно, что по-русски переводит. Сначала необходимо отремонтировать танк. Окей. Так, теперь мы можем двинуться на позиции. Быстро мы отремонтировали танк. Так, спасение. Так, мой отряд, вот на спасение, окей. Мы находимся возле разрушенных барак. Пожалуйста, поторопитесь. Мы несем большие потери. Нифига себе. Надо спасти эту девушку, она мне нравится. Она мне понравилась, надо нам ее спасти срочно. Вот она. Так, то значит мы все сделали. Дальше уничтожить вражескую пехоту. Сейчас мы быстро все уничтожим. Так, теперь надо спасти девушку. Товарищ генерал, огромное спасибо за помощь. Разрешите поинтересоваться, какому отряду мы обязаны жизнью? А какому отряду? Да, рейди, конечно же. Блин, офигеть, мне нравится все оформление, это, блин, это высший пилотаж просто. 10 с плюсом, блин, за это. Особенно за девушек. Так, мой отряд Дариди. Выдвигаемся дальше. Нам дали 50 бензина и один жетон. Давайте расскажем. Так, мы, значит, продвигаемся вперед. Окей. Нами был захвачен немецкий солдат. Вы знаете, у него слабое место в обороне противника. А я вынуждена сопроводить раненых. Надеюсь, по пути до Берлина я еще увижу своего спасителя. Я тоже надеюсь. Думаю, увидимся. Я буду ждать этой встречи. Фух. Так, ладно. Допросить? Конечно, допросим. Ух ты ж, блин. Это ж больно. Получил информацию. Кстати, пытками информацию не добьешься. Это уже давным-давно установлено, так как человек скажет все, что угодно, лишь бы его перестали бить. Захватить базу противника. Ну, в этом случае, в этой игре, он нам все-таки сказал правду. Окей, медаль за оборону Киева. Победа. Ну что, не ожидал меня здесь? Нет. Итак. Это ж... Генерал, поздравляю вас с успешным завершением боевого задания. Прошу оказать поддержку моим войскам в Одессе, а также выполнить ряд заданий первостепенной важности. Надеюсь, вы готовы послужить на благо Отечества? Конечно, готов. Нифига себе, это же Шнуров сам. Офигеть. Блин, за эту игрушку, мне кажется, бешеные бабки отдали. Приложение ВКонтакте причем. Так, повесить медаль на китель. Да, конечно. Личное дело. Так, моя первая медаль. Офигенно. Офигенно. Мне все нравится. Может быть, я даже в нее буду играть. Так, генерал Хабаров. Нам очень нужна помощь, или что он спрашивал? Нам очень нужен отправить подкрепление. Артобстрел. Здание выполнено. Ваша награда 50 золота, 50 рублей и 40 опыта. Замечательно.
Так, рубли, опыт. 5 рублей? Че, на эти 5 рублей куплю? Ну, в принципе, раньше на 5 рублей можно было много чего купить. Вот эти, СССРовские. Спасибо, генерал. Можно будет пригласить друзей наших. Так, друзей мы пригласили. Так, что дальше? Так, пехотинец, награда. 200 золота. Готов к битве. Окей, возьмем задание. Пехотинец. Готов к битве. Прогресс. Так, 200 долларов надо отдать. Готов к битве. А, что мы пехотинца усовершенствовали. А это разведчик. Ладно, цена, блин, пока... У меня только пехотинец и разведчик. Ну, пехотинца мы усовершенствовали хорошо. Так, улучшить разведчика до 2 уровня. Я не могу улучшить разведчика. Поздно. У меня закончились деньги. За один голос можно купить 175 золота. К сожалению, пока у меня нету. Талоны. Прикольно все, классно. А, до второго можно оружие даже улучшать, я не знал. А, окружение улучшить. Что тут у нас еще есть? Окружение, разведчик, танк. Не хватает репутации. Так, блин, мне нужны тогда деньги. А чтобы получить деньги, нам надо тогда идти в атаку. Так, спасение. Давайте выполним спасение еще на один раз. Так, прошу прощения. Так, ну рубли мы зарабатываем. Я думаю, за окончание нам тоже дадут рубли. Тут какой-то сундук. Думаю, бензина нам должно хватить. Так, открыли. Вашему другу нужен этот предмет. Отправить? Не, пока не будем, зачем? С фланга. Раз нам повезло. Так, победа. Отлично. Так, 50 рублей нам дали, замечательно. Но этого нам недостаточно. Нам надо еще как минимум один раз выполнить. Надеюсь, бензина нам хватит. Так, за 50 голосов можно 900 бензина целых купить. За 2 голоса 30 бензина. У меня 13 бензина, и это может не хватить. Я знал, что с фланга надо атаковать. А, нет, промазал. Выжимать. Бензин у меня закончился. Так, получить все. А, мне по 10 каждый бензина прислал, что ли. Отлично. И Антон еще плюс 10. Ладно, пока нам хватит. Отлично. Ух ты, какой-то бонус дали нам. 14 рублей. Так, победа. За первый день нам дали элемент коллекции. Плюс 50 бензина.
Отлично. Так, теперь мы прокачаем разведчика. Вот так хорошо. 75 рублей нам дали. Теперь у нас будет новое задание. Так, делаем то, что враг считает невозможным. Набрать 75 опыта. Это мы сделали. Собрать 25 рублей, потратить 100 с бензина потратить 100. Хорошо, второе задание. Так, выполнение поставленной задачи превыше всего. Спасти командира, вызвать свежий резерв, одержать победу в сражении деревни. Давайте, приступим. Игрушка стоящая, блин. Вот это реально 10 с плюсом баллов. В нее интересно играть. Уничтожить вражескую базу. Окружить. Отлично. Так, бонус какой-то нам дали. Вашему другу нужен этот предмет. Нет. Победа за нами! Ждем указаний! Так, сейчас генерала спасем. Поздравляем, вы спасли товарища, теперь он присоединится к вашему отряду. Отлично. Теперь у меня еще командир есть. Появился. Это круто. Какие у меня еще миссии? Так, вызвать свежий резерв. Так, нам надо получить. Все, подарков больше нету. Доступность сегодня 40 еще бензина. Блин, мало бензина, я боюсь, что я не справлюсь. Что у меня еще по заданиям? Потратить 100 бензина. Ух ты, мне выслали бензин. Дополнительно 5. Так, ну этого, я боюсь, нам не хватит. Теперь я могу только купить. У меня пока денег нету, к сожалению. Мне еще осталось всего-то 2 бензинчика потратить, чтобы мы смогли победить. Доступно на 29-м, на 40-м уровне, на 14-м. Личное дело, снабжение. Так, ну что ж, у меня закончились у меня бензин, все закончилось. Мы сейчас на 5-м уровне. Вот, ну и на этом можно, я думаю, закончить, так как бензина у нас нету, смысла нету продолжать. Ну, игрушка в окопе, в принципе, крутая игрушка, мне понравилась. Мы с вами продолжим, наверное, ее проходить. Личное дело друга. Тут можно посмотреть. Бензин нельзя. Жалко, что бензин нельзя спереть. За оборону Киева. Так, ну в общем, я на этом с вами прощаюсь. С вами был Даридриот. Подписывайтесь на мой канал, ставьте палец вверх. И мы еще не раз увидимся. Пока что всем удачи, ребят. Всем до скорого. Пока-пока.